И всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Вот, ехал еще, нашел городок. Он частично в зеленке находится, частично в этой вот. Блин, как же... Забыл, как называется. В общем, прерия. Тундра, кто как ее, короче, называет. Я вот заметил ящичек наверху. Зомбячка еще. Сначала в ящичек заглянем. Вот же он. Каменный стрел. Ну что ж, возьмем. Ух ты, блин, какая ты чувствая. А что за колонны такие? Это не помню, что в городе такие колонны были. Так. Это я возьму. Давай сюда его сразу. За место. Эй, гастролер, откуда она столько взялась? Хоп! Машет, машет свои. Бля, лук быстрее перезаряжает, чем пистолет. Вот. Иди сюда, дружок. Похоже, его особо не пробрал. Магнум. Ну да, качество его, конечно, оставляет желать лучшего. Откуда у вас, блин? Последняя пулька. Такое оружие даже нет смысла не составлять. У него все равно толку мало, даже если его соединять с другим, надо 100 таких пистолетов соединить, чтобы оно более-менее такого-то качества стало. Так, разве что для ремонта его можно как бы оставлять. Но не сейчас. Чё ты так близко подходишь? Это прикольно было. Подлогнула и как стрела далеко улетела. Отлично, пошлите. Мотоцикл. Надо будет поспать персонажа. Ну что-то. О, кончились стрелы. Каменные. Переходим на нормальные стрелы. О. Ой. Так, давай, так, вот эту фигню скрапну. О, даже можно отремонтировать и скрапнуть тоже. Так, залутанная, где мой моток? Где-то там внизу должен был быть. Грустный такой идет, голову вниз повесил и руки растаял. Так, твою ж траекторию, блин, дивизии. Да, тебе, блин. В упор. Еще разочек. Ну вот, наконец-то пробрал его. Так. С рыбалкой я-то книжку не находил, либо ее покупать, но что-то я, по-моему, не находил такого в этом. А, ну да, там же когда собираешь, или наводишь на это, там именно книжка нарисована, не навык, который можно купить. А именно книга. Но книгу я еще ни разу не находил. О. Так, дай пока сюда все, потом разберемся. Блин, я еще в город не зашел, а вы уже 20 стрел уже, 50 уже потратил на вас. А на каменные стрелы как-то переходить не хочется особо. Ух ты! Давай! Защита у него... никакая. Ну, наверное, лучше, чем у тех очков, потому что она мне сейчас одета. Так, вот это можно съесть, думаю. А это все на скраб.
этого скотч. Ага. Только потом. Эй, Кволик. Кволик пускай бежит. Вот мотик. В город никак не заеду. Так, а в этом пистолете есть что-то? Да ничего там нет, его тоже надо скрапнуть. Только очередь занята. Канистра, бензинчик. Ну, открывайся. Так, что у нас тут есть? Что можно положить? Что-то можно выкинуть. А вот это можно сюда выгрузить. Вот, баксики. Вот, уже немножко побольше места. Одно перышко ни туда, ни сюда. Так, есть хочешь, хочешь. Съешь. Еще даже хочешь, еще съешь. Выпьем этого сока замечательно, который 0,75 дает. Прокачались. Аккумулятор, мотоцикл, этот лежак. Нужен ли мне этот антибиотик? Один, тем более. Так, что там на мне? Очки сколько? 5. А приборчик? 6 имеет. Есть смысл, конечно, одеть. В любом случае, он 600, и даже когда я его починю, он все равно будет лучше. Так, что это у нас тут за строения такие? А что это за город такой? Так, ну такое здание. Опа, вышка. Еще вышка. Магазин внутри. Я смотрю, это что, еда, огнестрел. Заглянем. Ну так это большой город. Ну да, раз пчелы летают, значит это город наподобие города мой. Здорово, мать. Ох, лага сейчас будет. Пока не прогрузится все. А, это хороший город. Кстати, а что за координаты надо посмотреть? Это я ехал? Так это же есть город ноль. Нежданно, негаданно я приехал в город ноль. Ну, совсем другой, конечно. Вообще другой. Другие магазины, все другое. Ни одного стандартного здания я еще не видел. Ну, кроме магазина, конечно. Ну, или полицейского участка. Оружие вот валяется, ящик с оружием. Оранжерея. Библиотека, кстати, большая. Коп. Рейдер. Твою ж мать, с калашом. Надеюсь, он не меня стрелял. Вообще бежит за мной. Ну, слава богу, ни разу не попал. А это что такое? Кактусами окружено. Вот прикольная база на ночь. Бойницы, кактусы. Бежит, скотина. Мне нечем его грохнуть. У меня огнестрела совсем нет. Пирамида? Мадрид, Мадрид. Что, внутри деревья растут? Похоже на то. Так, еще крикуша. Какого лешего? Здесь крикуша забыла. Это что? Это база рейдеров. Это что, тюрьма что ли новая? Я же не знаю. Ну, похоже, с бойницами такими, с этими, с вышками, вернее. Так, ну, заправка вроде как нормальная. По-моему, так, еще медикаменты. Даже никого. Никого. Так, это мы знаем, мы изучим все равно. Витаминков. Где витаминки? Вот. Возьмем пока одну. Сядем, поедем дальше. Хотя бы объехать его вокруг. Так, вот
хороший магазинчик, оружие нарядом, непонятное здание, вообще такого не виделось. Ну, с кобблстоуна сделан. А нет, это не кобблстоун, это этот. Декоративный кобблстоун, короче говоря. Так он еще. Фонарный столб висит в воздухе. Ну, нормально. А, он не в воздухе висит. Он висит на заборчике. Хотя нет, он далеко от заборчика. Ух ты. А как это? Что-то у меня лук делает. Теперь раз. А ну, выйди, сядь нормально. Балуется он с луком. Лук положил наконец-то вот на раму. Ездит с ним. Так, это какой-то здоровенный завод. Тоже такого не видел. Ой, блин, опять стреляет. Вот еще рейдеры. Они тут облюбовали весь город. Все с калашами ходят. Вы дивизия, нет. Ни черта нету. Цирк. Шапито, блин. Стопудово цирк. Бензоколонка. Офигеть можно, вот это я заехал. Я-то думал, это просто какой-то город. Надо было на координаты смотреть, не хотел я сюда сразу ехать. Ну ладно, уж приехал, так уже приехал. Еще немного поездил, нахожу все улицы, чтобы меньше лага. Вон наверху ящик себе лежит. Большое здание. И что я тут с одним луком буду делать, вообще интересно. Тут ну, рейдеры с калашами бегают, а у меня нету нифига. В оружейный матом магазин надо лезть, вот что надо делать. Блин, собака. В оружейку надо заглянуть. Еще собака, да, тут весело. Медведь? Ну, медведь нормальный. Он забей мочить будет. Так, это что за такое? Крематорий, блин. Ну, церковь похожа, наверное. Это что за... Что-то... Офигеть, гранатомёт. И мой мотоцикл, похоже, настанет конец. Я сейчас на базе окажусь, я как бы дрон не кинул. Шандец. Шмотки, по-моему, все мое уничтожилось. Мотоцикл вроде как жив был, но его засыпало. Я не знаю, как он вообще останется или нет. Да, вот это я смотрю, что-то я не понял, за фигня, как это он стоит с руками раз эти вот раскинутыми. И тут откуда не возьмусь, прилетела ракета. Весело. Так, и как далеко? Придется спать. Чё в печке? Так, металл выгорел. Она выпит. Камешек переаю, ну да. Я что, не умею еще цемент делать. Ну, камень пускай переплавляется. Так, где-то у меня тут что-то было. Ну, вот хотя бы такой калаш. Сколько у меня? 168 дамага. Снайпа 161. Хантинг райфл вот есть. Он у него дамаг покруче будет. 5 патронов в обойме. Увеличение хорошее. Ну, никакого не правда. Так спит он там или не спит? Вроде спит. Так, ну ладно, сейчас нажму паузу, я не знаю, кстати, сундука этого нету, да? Не, моего рюкзака нет на карте. И как же я туда идти буду? Ну, нулевые координаты держать только, напрямик. Ладно, сейчас я всю метку поставлю. Вообще всего лишился, у меня этого нет в шапке. Ну да, блин, опять надо делать каску. Фонарик есть, есть. Калаши я умею. Книжку на калаш я не находил. Это на десерт игр зато находил книжку. А, здесь можно будет десерт найти себе вместо
пособирать, скомпоновать. Еще десерта. Где еще запчасти? Десерт игл. Рамсток. Прицел. А ну сложите все вместе. Кстати, вот ботинки можно вот эти рейдерские сразу напялить. Шорты не знаю. Жарко там или не жарко, я лучше пончик сделаю. Так, фонарик. Что-то больше не вижу. Гранатомет взять, у меня ракеты сколько с собой? Раз там такие серьезные ребята. Гранатомет не помешает. Ну, патронов на магнум, конечно, совсем мало. Так, надо шпили, в смысле взять это сделать. Оружие. Начнем с банальных этих стрел. Арбалеты делать не умею, так что. Наконечники сюда. Пули делать тоже не могу. Ничего делать не могу пока, потому что ничего не знаю. Ну что ж, увидимся позже. Наверное, уже в городе, что ли. 18-й день, еще успею до Орды. Или нет? Или да? Ой, ладно, увидимся уже там. Решил походу подготавливать, зайти в этот магазин уражения. Похоже, вроде как опять все заспавнилось. Куда не подготовлены, лучше вообще не ссылаться. Это факт. Видели, сколько там рейдеров, блин, бегает. Ладно, просто рейдер еще с гранатометом, блин. С автоматом еще куда не шло, я там сам могу убить вас. Ну, что посерьезнее, это уже да. Так, это что у нас? Это я знаю, это мы скрапнем. Это я не знаю. Яблочный сок. Бумажки долой. Что это за... А, это патроны такие. Зажигательные. Я сначала подумал, что это этот, как его... Чертеж. Можно изучить его. А нет, вот. Получился синенький пистолет. Надо посмотреть, сколько в нем патронов помещается. 8. Ну это лучше, чем этот барабанный магнум. Это в любом случае. Так, тут пусто. Шапки я не могу сделать, потому что у меня нет каски. Футбольной каски нету. Лажа. Как всегда заглядываю. Я даже взять не смогу. А уже ночь. Так, СНГ. А вот эту фигню можно выкинуть. Забрать СНГ. Тут мне больше толку, чем эти бумажки. Так. Чего это? Сметинг. Короче, вроде как не знаю. Тут вон зомби в соседнем доме остановились, на заборе висят, целая куча. Орда бродячая застряла там. Странно, что забор не ломает, просто толпой встали и стоят. Вот здесь за забором они толпились, по крайней мере. Сейчас посмотрим. Блин, запасли. Кто меня заметил? Собаки ломятся. Блин, мотоцикл. Если еще мотоцикл уничтожить, то это вообще будет просто шикарно. Ладно, хрен с ним, с тем рюкзаком. Ну вот мотоцикл. Я-то ведь не этот вот, у меня нет рецепта на мотоцикл пока еще. Библиотека нужна. Здесь библиотеки, по-моему, нет. Ладно, сейчас зайду. Скину. Какие-то барахлоши, что нашел. Надо еще один ящик сделать, уже не влазит. А да, вот еще глушитель нашел, вот он. С помощью глушителя можно делать эти вот оружие, ну естественно, с глушителем. Так. Я тоже думаю, стоит мне брать с собой гранатомет или в этом нет смысла. Я думаю, винтовкой одной обойдусь. Ну ладно. Вот что еще оказывается, оказывается, Ремингтон. Вот я тоже нашел на нее книжку. Это
такая вот ружьишка наподобие Hunting Craft выглядит, но ее можно еще и с оптикой сделать. Remington Scope. Не ставится? А как так? А, блин. Или это не такой прицел? Или я просто не умею им пользоваться, а? Блин. Блинский блин. Тогда просто соберем. Вот тут еще можно что-то всякими пособирать. Ага, еще с таким магазином. У меня есть такой магазин. Но почему прицел не ставится? Это не такой прицел. Ага. Missing scope. А, нет, это просто не хватает прицела. То есть, если я нету книжки, то если и пользоваться я не могу. Ясно. Какие еще можно сделать? Это стандартно? Да, это просто обыкновенно то, что находишь. Вторая какая? Тоже с прицелом? Такая же самая, только просто с прицелом, да? И прицел сюда, конечно же, поставить не могу. Либо это не тот прицел, либо фиг его знает. Ладно. Следующий что делает? А, с магазином просто. Так, ну магазин-то там у меня валялся. Вот он. Типа больше патронов можно насылать, я так понимаю. Ну-ка. Магазин. О, а вот магазин ставится. Так, стол. Да, и качество я, конечно, желаю это оставлять лучше. Сколько у меня? Так, ладно, посмотрим, сколько у меня патронов для начала. Ну, понятно, выглядит она как вот немножко патронов у меня нет. Есть ли у меня 35 патронов, ни хрена себе. Больше даже, чем в автомате Калашникова. Хотя, может быть, калаши тоже можно как-то по-другому собирать. А, ну да, там можно было с прицелами его собирать, еще с чем-то там, но я сейчас не могу ничего, потому что нет знаний. Ладно, буду готовиться дальше уже, сколько сейчас? Ой, только-только утро, вернее, ночь только началась. 4 часа выдвинусь и буду бежать, так что увидимся позже уже возле города. Там кину уже этот вот мешок в спальне, если грохну так уже. Возле города грохнуто, не буду бежать это за 10 километров. Купил создание это вот патронов 7.62. Все-таки нашел там это. В навыках купил. Сейчас вот заказал эти гильзы. Землю гильзы. Землю пули. Вот у меня там много пороха есть. 12 минут, ого. А это 5 минут, ну, в общем, буду ждать, да. Вот нашел на карте город 0. Ставлю метку. Я тут даже много, вообще даже половину города не объехал. Большой, ну как большой, ну, в принципе, нормально. Везде побегать. Где-то я, наверное, вот тут где-то меня грохнули. Хотя не уверен, ну да, скорее всего, что где-то здесь. Или здесь. Уже буду на месте бегать, искать какие-то интересные здания. Вот это футбольное поле вроде я тут проезжал, помню, только вот куда потом поехал. Бассейн какой-то большой. Еще бассейн на крыше, я так понимаю. Вот вроде как здание. В общем, ладно, уже там увидимся на месте. Вот уже крачу патроны. Вряд ли я успею до утра, уже наверное, 3:30, по времени уже не успеваю выйти. Ну, чуть-чуть позже выйду. Буду бежать. Весь день, наверное, потому что далеко туда бежать. Даже можно посмотреть по карте, сколько там, 5,8 километров, далековато. Ну, я, конечно, буду плыть напрямик, не буду там ничего бегать. Крафтинг боеприпасов у меня уже на 100, на сотку. Я смотрел в печку, он как раз до сотки уже докачалась. Вот быстрее прокачивается, тем более, что я стрелы еще делал. Эти стрелы, по-моему, в магазине нашел, думаю, откуда мне остальные стрелы взялись. Вот перекрасил все оружие, которое только мог.
по этим, по своим рецептам, вот пистолет. Это наш укороченный дробовик. Да и в принципе и все. И это вот магнум. Этот магнум, к сожалению, не могу. Тут он уже был бы 600-й качество, но... Каски нет, того нет. Лажа какая-то, блин. Изучить ее самому нельзя. Надо книжку найти. Вернее, не книжку, а это, блин, каску. Шлем этот. А шлем самому тоже сделать нельзя. Так что надо только искать. Военные стрелы. Взрывные ибо. А где же этот лук делается, я не понял. Более продвинутый этот. Это простой лук. Вот и утро уже, кстати, да. Обыкновенный кроссбол. А, вот он. Ну ладно, ну надо книга. Книги нет. Ага, вот все-таки такое есть. Я уже и забылся на него. Вот он. Стальной кроссбол. Вот, блин. У него тоже надо книга. На которую у меня нет ее. К сожалению. Тут кевлар. Кевлар вроде как сделать можно. Кожа. Один стальной слиток. 10 деревяшек. Ну-ка. Вот. Уже неплохо так можно порезвиться в городе. 4 часа. Так, надо хавчик-то выбрать. Так, ну что, мясо возьму. Что я еще могу взять с собой? Так, это гильзу надо скинуть. Немножко запас есть. Что там? Это сделались. Закажем еще остальное. Остальные пускай крафтятся. Косарик можно патроны с собой носить. Но это лучше, чем просто в обыкновенной игре. Там 500. А здесь 1000 патронов можно носить. Неплохо. Ну, на стандартный забей. До города, конечно, буду пользоваться такими. Так, а воду я не взял? Не взял. Так, вода в костре тоже. 25 штучек, думаю, мне хватит. Патрончики крафтятся, зайдем сюда, посмотрим. Пшеница выросла, юка выросла, кукуруза выросла. Здорово! Где еще одна? А вот она, у нас уже две. Тряпочки выросли. Тряпочки нужно собрать. Земли не хватило, как, не помню, говорил в прошлых сериях. И земляк не проблема пойти накопать. И черенки попадаются. Для рыбалки. Сколько тряпочек? 120, неплохо. Вот такой потолочек. Прикольно выглядит. Свет проходит, это яблочки. На модельке. Березки. Пока патроны тратятся, можно пока яблоки пособирать. Нехилый урожай яблок. А кому валить, блин, не будет не пройти. Это будет запасной выход, на всякий случай. Либо просто вход с другой стороны базы. А там и сидите. Так, сколько? 69 яблок, не кисло. Не кисло. Сколько сока можно сделать? Еще немножко этого. Так, ну тряпочки я сюда положу, надо будет засадить. Пока этого делать не умею. Так, что там с патронами? Все. Пороха просто нет, больше 523 единички. Все. Блин, пришла. Крикуша, по-моему. Точно. Ничего тут. Так, патрончики. Ну, глина, камень пускай переплавляется. Дерево еще надолго хватит. Так, вот она ножку себе сломала.
Ну, покричи, покричи. Ну ладно, увидимся уже там, ну, в городе. Ушел от Крикуши, не стал ее добивать. Пускай там поползет на колышках. Она там успела, по-моему, даже вызвать кого-то. Что страшно. Сейчас буду бежать по пустыне, может, еще какое-нибудь здание хитрое найду. В пустыне там писали, что много есть разных зданий. И заводы там какие-то есть большие, всякое такое. Может, повезет встретить такое здание. Я вот только сейчас понял, когда уже бежал далеко от дома, что я медикаментов с собой вообще никаких не взял. Это я, конечно, сделал, молодец. Так, заберу все, что есть, а потом разберусь с ним. Сейчас побегаю, буду собирать эти растения. Еще атлетику немного прокачаю. Так, отдай цветочек. В общем, побежал, да. Пока шел, он уже понаходил в ящиках и биту. И вот еще нашел вот такие вот, из чего они сделаны. Ну, короче, защита у них офигеть какая вот. 60 на коленнике нашел. Так, витаминочку тоже где-то нашел в ящике. Ну что, так, в принципе, вот еще ящик, кстати. Так, киллар. 16 дает. Ладно, возьмем это. Возьмем вот эту штуку. Поставим. Блин, разбивать нечего. Это долго. Пистолет тоже нашел. Так, ну ладно, хоть что-то. Сколько там патронов еще? 10 осталось. Не густо. Ну, я выстрелю по дороге там. Через зиму неохота бежать, у меня не та одежда, чтобы через зиму бежать. Сейчас 19 градусов. Потом сделаю этот гайд, как выставить маркер на мотоцикл. На 7 days to die. Он будет сейчас самому выбрасывать. Вот, и как температура менять на Цельсии. В принципе, это все можно найти в интернете, но если кому интересно, я сделаю. Попозже. Так что увидимся чуть позже. Мишка вот тут ходит. Интересно, что у него за мясо, блин, ни разу не видел медвежатины. Эй, дружок. А что за бань такие? Так, по мне кто-то вроде подошел. Да-да-да, кроме медведя еще. Так, все, готовы. Блин, не привык, что она не перезаряжается. Я привык, что Hunting Rifle сама перезаряжается. А тут такого нет. А нафиг, блин. А ну-ка, десертик, поработай. Ну, ничего не прокачано, поэтому такой результат. Блин, у меня и ножа нет, ёлки сделали. Вот это я вышел, дорога, блин, ни черта не взял с собой. А что в ящике? Неплохая еда, заберу. Видишь, что не получилось, да? Оп. Блин, так дождь шумит, офигеть можно. Так, 70 сразу съедим. 1,4, нифига себе. Прибавочка такая. Блин, что делать? Что делать, что делать? Кость надо добыть, вот что делать. Хотя бы таким образом. По пятерочке нормально. Так, я уже начал замерзать. Здесь кость. Крафтим. Немножко блейд это, но вот, кстати, красное мясо выпадает. Медвежатенький.
мне кости выпали, не дотичь мне. Это съешь. Блин, шуми, так я лучше выйду сейчас с этого биома, блин, вот такой шустрый. Наверное, вам ничего и не слышно, блин. Эй, здорово, мужик, куда идешь? На зомби похож, на самом деле. Не на выжившего, блин. Вон иди разберись лучше с зомбями. Ходишь тут без лапы. Так, что тут у нас? Краб. Это все возьму. Смотри, он его положил даже. Да, я не такой сильный, как ты. Да мне его банить, бля. Ты, короче, уложи их, а я буду добивать. Ну, или так. Да что ты смотришь, блин, он зомби ходит. А, что, живая? Скорее уже, по-моему, нет. Топорик, пригодится. Дверь вскрывай. Руки у него уже нету. Буду помогать ему. Почему бы, собственно говоря, и нет? Плащик? Давай. Я, пожалуй, тоже скраплю. Промазал. Ну ты что, слепой? Зомби он ходит за тобой. О, видел наконец-то. Вот и не залетела. Причем ко мне... Шапочка. Починим. Возможно, даже одену. Блин, шумит так, с ума сойти можно. Это не скрапнем, это оденем, это скрапнем. Так, побежал дальше, в общем. Вот еще один выживший. С автоматом, по-моему, бегает. Ну, что-то она как-то не очень. Два раза стрельнула и текает. Ну, убегает, и ладно, я тоже побежал. Еще один ящичек оружия не нашел. Да. Не совсем то, что я ожидал, но... По крайней мере, хоть уже не так шумит, уже можно хоть разговаривать. Так, здесь ничего нет. Вот она, медвежатинка. Забавно так выглядит. Почему в игре ее нету? В принципе, они взяли все мясо, сделали одинаковым, и все, чтобы не парились люди. Вот уже. Она собирала уже полные карманы, блин, всего. Да, кстати, фонарик можно сюда повесить. Это тоже экспансивные пули, кстати, можно делать. Если... Okay. Поскольку у меня шапки нету, то хоть на пистолете будет фонарик. Еще медок, еще консервы. Вот нежданно-негаданно на трейдера наткнулся, на торговца. Зиме прикольно, или это уже не зима? Вот это уже не зима. Я здесь случайно не был? А, я ж тут был. Но зайду тогда, продам барахло, которое по нас собирал. Почему бы и нет? И уже серию, наверное, надо заканчивать. Сейчас я посмотрю, сколько уже серий здесь. О, ага. У меня что-то случилось, и началась по-новому запись. Оборвалась. Да, вот она, та яма, которую я провалился раньше, на мотоцикле проваливался. А тут, кстати, я когда пересматривал видео, видел, что я утонул
не выжившего, а зомби. Похоже, если не все тела поисчезали. Ну да и ладно. Зайдем посмотрим. Что у меня там новенькое. 19 день уже. Может, что нормальное появилось в продаже. Something new light. Так, есть порох. В количестве. Так, а что может теперь? А, мне уже жарко, блин. Ну да, твоему холодно, твоему жарко. Так, блин. Ладно, сейчас. Ты это не покупаешь? К сожалению, нет. На тебе консервы. Бедрол нужен? Не нужен. Так, тряпочки. Вот, стрелы вот эти забери. Во. Это тоже забери. Так, что его можно сбагрить еще? Это баночки, у них баночек. Так, вот эту фигню. Это кевларовая. Да продам ее, она никакая, мне только место занимает. Баночку вот еще нашел в пеньке. Мясо тебе надо? Берет мясо. Ах, медвежатинку забери. Так, шкуру. Шкуру я сейчас переделаю. Башмаки. Ты куда ты там, наверное, на потолок заглядываешь? Так, давай-ка снимай пуховик сюда. А то зажаришься, блин. В принципе, он мне уже не нужен, там дальше зимы не будет, а что я его просто продам. А назад, я надеюсь, уже на мотоцикле буду ехать. Так, каска есть? Есть. А стоит дофига, у меня столько нет. Ну и цены у тебя, офигеть, можно за вонючую каску. 4000. Да я, блин, в жизни столько монет так не... Да. На вот тебе ску... Да, блин, все продай. Вот. Фонарики есть уже? Где-то там. У меня здесь желтенький. Зелененький калаш. Жалко, блин, разрядить ее не могу. На 30 патронов был заряжен. Или нет? А нет, у него один патрон в обойме. А, нет, 17. Ты фиг, продам его. Патронов хватает. Место надо освободить. Вот эту фигню не покупаю, да? Да, я ее, наверное, скрафну лучше. Мне надо место. Под всякую всячину. Так, ну еще раз заглянем, что у тебя там есть. Так, патроны. Рецепт этот, я знаю рецепт. Так, такая дубиночка. Рецептные перчатки я знаю. Какая-то там плита. Даже бетон продают, так это мне не надо. Это тоже, все ничего не надо. Стальные, матрас не нужен. Железки, болты, мачете. Стальная, кстати. Это то, что я вам продал, медвежатинку, то, что я продал, калашин, то, что я продал. Так, все, да, и теперь здесь только осталось шотган. Слитки. О, вот эта штука нужна. Нам нужна для производства экспансивных. Но у меня, короче, не на что. А вот на вот это хватит. На остальные сапоги хватит. Купим. Одевай. А эти мы продадим. Немножко качнулся. Так, еды у меня хватает. Баночку. Фиг его знает, жалко продавать. Да в принципе, что я жалеть-то? На тебе, забирай, еще найду. Сейчас вернемся. Ну что ж, я посмотрел, серия уже, в принципе, довольно-таки длинная получается, поэтому я уже буду на этом заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!